Приветствую вас. Знаете, вот читая ваш текст, конечно, становится грустно за вашу жизнь, за жизнь вашего двоюродного брата и, конечно, за жизнь вашего сына, который сейчас, ну, по факту достаточно несчастен. Хотя, может быть, вы со мной не согласитесь, ну, я как бы спорить с вами не буду. Что хочется сказать? Как мне видится работа? Ну вот, работа именно в данном направлении. Значит, на данный момент ваш сын – это человек, который не готов что-то делать. То есть на данный момент ваш сын – это человек, который не готов что-либо в своей жизни менять. Почему? Потому что у него нет мотивации. У него нет мотивации от слова «совсем». И, конечно, встает вопрос, достаточно корректный вопрос, а как эту мотивацию ему дать? А видите ли, чтобы дать мотивацию, наверное, сначала нужно, чтобы появились ресурсы для этой мотивации. Если ресурсов для мотивации нет, тут проблема именно в том, что этих самых ресурсов для мотивации как раз таки нет. Вот. Сперва нужно дать ресурсы для мотивации. Вот. А уже после того, как ресурс для мотивации у человека будет, вот уже после этого можно будет о чем-то говорить. И здесь нужно сказать следующее, что, безусловно, у вашего сына и у вас есть кое-что общее. Это кое-что общее представляет из себя отсутствие своей жизни. Вы не живете своей жизнью. Вы, что называется, каждый стремитесь к растворению. Ну, на мой взгляд. Вы пытаетесь раствориться другом. Вот вы говорите, что все для него делаете, вот вы говорите, что стараетесь
делать. Все, вот он вас ни на что, ну, ни на что не ставит, ни на что не ценит и так далее. С чего бы ему, собственно, вас ценить, если вы сами себя не цените, если вы сами себя ни на что не ставите, с чего бы ему это делать? Вот. Поэтому момент здесь именно такой, пожалуй, что необходимо вам для начала жить своей жизнью, начать постараться жить своей жизнью. То есть меньше внимания уделять сыну. Гораздо меньше внимания уделять своему сыну. И больше времени стараться уделять себе. Совершенно очевидно, я надеюсь, что вы не будете с этим спорить, что ваш сын, он себя не любит. Я надеюсь, вы не будете с этим спорить. Соответственно, ваша задача заключается в том, чтобы показать вашему же сыну, как это любить себя. Вот, соответственно, то, на что вам нужно обратить свое внимание. Покажите сыну, как можно себя любить. Ну, пока вы этого не сделаете, ваш сын любить себя не начнет. И делать для себя он не начнет что-то тоже, потому что все вы делаете за него. По поводу того, что он вас ни во что не ставит, ну, вы ни во что не ставите сами себя. Вы жизнью не живете, живете вы жизнью сына, пытаетесь жить жизнью сына, а он, соответственно, оказывается под вашим постоянным давлением. Ну, понятно, что вы-то считаете, что на него давите, безусловно, но как это ни странно, чувствуется, это именно так. Это ощущается именно так, что вы на человека давите. Даже если вам это неприятно, даже если вам это, ну, достаточно болезненно, скажем так, слышать, все равно лучше, на мой взгляд, сказать правду, чем условно говоря, ну, если вы будете обмануты. Вот, мне бы просто, например, обманывать, к
например, вас, да, мне обманывать бы не хотелось. Ну, просто потому что я думаю, что, нужно честность, иначе все достаточно лишено смысла, какого бы то ни было. Вот. Это то, что можно вам сказать. А откуда возьмется у сына вашего любовь к себе, да? Если вы сами себя не любите. Ну, откуда? То есть, подумайте над тем, что вы требуете от своего сына. Требуете вы от него, ну, ни много ни мало. Достаточно таких, я бы сказал, нереальных, ну, вещей. Вот, требуется вы от него таких достаточно, ну, достаточно нереальных действий. Вот. Поэтому, на данный аспект я рекомендовал бы вам обратить свое внимание как на достаточно важный элемент ситуации. Вот так. Следующее. Значит, вы говорите про своего сына этот. То есть вы называете его так. Этот. Вот что интересно. Что интересно. Этот, вот само такое вот выражение, этот, оно достаточно обесценивающее. Ну, я думаю, что не нужно быть гением, да, не нужно быть каким-то умником, чтобы сказать, о чем здесь ваша проблема. Да? Вот. Проблема на самом деле достаточно очевидна. Достаточно очевидна проблема. Она в том, что вы по факту себя, ну, вот так обесценивать. И переносите, конечно, на, значит, своего сына. Вот, сын это может вполне чувствовать, сын это может вполне ощущать, вот, и вам как бы отреагировать это. То есть он может вам, ну, в какой-то степени возвращать то, что вы ему
дает. Пускай ну, неосознанно, вот, но тем не менее. Такая вот история. То есть, таким образом можно сказать, что в первую очередь меняться нужно вам. В первую очередь меняться нужно вам. И дальше уже, после того, как именно у вас будут определенного рода перемены, после того, как у вас будут определенного рода изменения, начнет меняться ваш сын, потому что семейные отношения, вот, это всегда система, а система подчиняется закону. В данном случае закон — это алгоритмы поведения. Вот. Такая вот история. Можно, конечно, использовать модель жесткой любви. Вот. Можно использовать модель жесткой любви. Но не всегда данная модель помогает, не всегда данная модель как-то идет вот на пользу. Вот, то есть достаточно разные разные, скажем так, проявления этой модели, и на самом деле иногда лучше использовать, так сказать, с умом. Иногда лучше использовать с умом. Ну, вот этот палец не торопится. Вот. Потому что, можно навредить. Я уверен, что нам бы не хотелось вредить, например, вам, и еще больше. Вот. Поэтому я думаю, что примерно так можно вам ответить. Думаю, что примерно вот такой ответ можно вам дать. На этом все, наверное. Конечно, у вас, вне всякого сомнения, остались вопросы. Это хорошо, что у вас остались вопросы. Вот. Но, тем не менее, это уже нужно как-то сконсультироваться. Вообще, немало такой
немаловажный аспект, да, это готовы ли вы меняться. Потому что если вы меняться не готовы сами, вот если вы сами не готовы меняться, то вряд ли изменится и ситуация, ну, вот, в которой вы оказались, вряд ли она изменится. Поэтому тут все достаточно взаимосвязано. Ну, достаточно взаимосвязано между собой. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, данный аспект в виду. Вот, имейте его в виду и старайтесь держать его в голове. Там, если вы сами не признаете, если вы сам не признаете вот того факта, что что-то делали не так, да, если вы сами не признаете того аспекта, что, ну, что можете что-то делать неверно, вот, то в таком случае перемены какие-либо, ну, на мой взгляд, невозможно. И, может быть, в глубине души вы радуетесь тому, что произошло, потому что ваш сын, несмотря на то, что он не дает вам жить, ведет себя крайне аморально и так далее. Несмотря на это, ваш сын, он с вами. Он никуда не уйдет. Он зависит от вас. А у вас, вероятно, кроме него, не особо кто еще, к сожалению, есть. То есть вот это там тоже такой достаточно важный аспект, достаточно важный момент. Вот. Потому что должна быть, и, скорее всего, есть, вот, некоторая вторичная выгода от того, что вы делаете. Поэтому я рекомендую вам с этим разобраться. Вот, я рекомендую вам, ну, вот, ситуацию рассмотреть немножко поподробнее. Я рекомендую вам поисследовать, может быть, поисследовать себя, да, свои собственные какие-то вот, ну, переживания, какие-то свои собственные
эмоции, да? И тогда же вы сможете несколько лучше отдавать себе отчет в том, что вам делать дальше, в том, значит, как быть. То есть вот это, по сути, и есть ответ на ваш вопрос, как быть в сегодняшней ситуации. Вот. То есть нужно понимать, что в этой ситуации вы оказались не случайно. Это нужно понимать. И нужно понимать, что выйти из этой ситуации так же случайно не получится. То есть выходить из ситуации нужно так же, как вы в нее вошли. Ходили вы в нее постепенно, выходите из нее, скорее всего, постепенно тоже. Вот. Но если же вы просто считаете, что ваш сын, например, что-то вам должен, если вы считаете, что он просто должен что-то делать, да, например, он должен работать, он должен там вести себя адекватно по отношению к вам и так далее, вот, то я боюсь, что в таком случае ничего вы не добьетесь. Потому что в таком случае основываясь на вот как раз неком таком требовании, на неком таком должествовании, вот ни одни отношения еще не выстраивались сколько-нибудь положительно, сколько-нибудь позитивно. Вот. К моему большому сожалению. Поэтому вот такой ответ, в принципе, я могу вам дать такой ответ, я могу вам предоставить. Вот так. Значит, решать, конечно, вам, то есть, вам решать, как вам быть, да, вам решать, что делать, вам решать, будете ли вы, например, слушать то, что говорят специалисты или нет. Но если вы хотите спокойно и счастливо жить, вот, то придется меняться. Придется вступать в
это неверно. Неверное поле, где страшно, где непонятно, но тем не менее, именно это дает выход из ситуации, в которой вы оказались. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.